Ребята, привет! Приехал я сегодня искупнуться. А море что-то сегодня чудит. Вроде бы и шторм не сильный, а какая-то пена, посмотрите, какая-то ерунда. Вот я такое море первый раз вижу. Люди пытаются купаться, но что-то как-то не очень хочется лезть. Я не знаю, кто-то, наверное, помылся шампунем. Шутка, конечно, но не знаю, я такой пены еще не видел. Я начинаю потихонечку кататься на мотороллере. 30 лет не сидел за двухколесным таким транспортом. Вот потихонечку начинаю. Лена еще побаивается, мы с ней немного по городу покатались. Потихонечку будем начинать. Вот такой вот мотороллер я приобрел. Ребята, привет. Привет. Мы собрались на пляж. Ну и жара сегодня. 11 часов. Ну, раньше хотели, но не получилось. Мы сейчас поедем на мотороллере. Держим мы его вот так вот закрытым. От дождя, от солнца и от всякого такого. Ну и чтобы дети поменьше лазили. А то у нас тут такие детки во дворе оседлают только так. Ну, не жалко. Это не страшно, но да, если завалится, то это будет, конечно, очень опасно. Поэтому так закрываем, чтобы не лезли. Вот. Ну и что, поехали. Мы сейчас сняли вот такую вот накидочку. Я думала, что здесь должно быть прохладно, но тут сиденье просто горяченное. Я не знаю, как сюда садиться. Как, ну, на погреешься. Как на сковородку. Это сейчас еще у нас... Вот рукой еле держишь. Ну, это сейчас еще только это значит, май месяц. Около 70 градусов. А что будет в июле, в августе? Это вообще не сесть будет на нее. Я так понимаю. Ну, наверное. Или как мы будем сюда садиться? Ну, не знаю. Да, в общем, да. Водой поливать или... Я вообще не знаю, да. Как они вообще это делают? Интересно. Может, это нужно какую-то светлую тряпку стелить? Ну, какие-то хитрости есть, будем все это изучать, да, потихонечку, вообще, все узнаем. О, как ты сейчас подогреешься там, ага. И я тоже. Сейчас спекемся тут. Но ехать очень хорошо. Когда едешь, воздухом обдувает, вообще здорово. Доехали минуты 3, наверное, 5. Не знаю, сколько у нас получается по времени. Очень быстро. Жарко в этом шлеме. Это еще не жарко, нормально. Но ехать хорошо, очень обдувает, классно. Вот там павлинчики ходят. Они так кричат, интересно, как кошки. Сейчас если будут кричать, я покажу вам. Ну, хвостик открывай. Они кричат. На пляже уже много людей, в ресторане, наверное, еще больше. Здесь сделали новый пляж, такой вот Авиамар, вот с этими темными лежаками. Это пляж Авиамар, а с белыми лежаками это от Перле. Тут какая-то детская анимация. Или день рождения детский, скорее всего. Вот так вот. Много людей здесь сидят. Очень хороший ресторанчик. Ну а мы купаться. Мы сегодня продолжаем кататься. Уже съездили на пляж, покупались.
все классно. Сейчас заехали в ресторанчик, вот такой рыбный ресторан. Он находится в Кыргыджаке, недалеко от нас. Вот такой. Вот так выглядит ресторан. Мы в нем еще ни разу не были, но... Ну, нам сказали, что здесь очень вкусный рыбный супчик. Сейчас проверим. Проверим, дадут нам суп или не дадут. Еще рано, еще не обед, но что-то мы уже проголодались. Ресторанчик маленький, семейный такой. Посмотрим, что здесь. А, здесь кухня. Вот, все уже, угли разогревают. Все в порядке, есть туалет. Второй этаж, все, не знаю, там живут, наверное. Представлены какие-то блюда. А мы сейчас сядем куда-нибудь. Я никак не могу определиться, куда сесть. Садись, куда тебе нравится. Либо на диванчике, но там будет неудобно кушать. Ну, садись здесь, чем тебе не нравится. Нравится. Садись, начинай заказывать. Какой выбрать. Что фиш, ты? Фиш-суп. Фиш-суп 45. Да, нам и посоветовали. Супня 30. Супня 30. А также тут есть всякие... Давай посмотрим, что здесь вообще есть. Ну, это морепродукты. Вот осьминог на гриле 260. Кальмар на гриле 200. Рыба. Тушеная рыба по-османски 135. Рыба в глиняном горшочке 135. Что еще у нас тут? Спагетти. Спагетти с морепродуктами 75. Рыбный пирог 50. А еще барабулька, например, 165. Морской окунь 110. Дикий сиба 130. Лосось 165. Дорадо 110. Морской окунь 130. И сардины 80. Также малосольная лакерда. Я даже не знаю, что это такое. Надо будет попробовать когда-нибудь. Сэндвич, наверное, из сибасы. Вот. Мидии 35. Вот. Куриные крылышки 65. Котлеты, куриный шашлык 60. Кюфте, котлеты 70 и бараньи ребрышки 180. Ну, кстати, не очень большие цены. Лумары, фиш, ресторан. Сейчас посмотрим. Да? А я сейчас... Начнем с супчика, а там посмотрим. Ты думаешь, у тебя так разыграется аппетит? Ну, я не знаю, посмотрим. Сейчас пройдусь, покажу, как выглядит этот ресторанчик. Вот такой вот он. Здесь довольно-таки, о, у них даже есть свой бассейн, но он почему-то не наполнен. Я думаю, что здесь на втором этаже, может быть, снимаются, ну, сдаются какие-нибудь апартаменты или что-нибудь такое. То, что туда... Или они сами здесь живут, семья. Вот тут есть под навесом столики и есть на улице столики стоят. Вот так вот он. Есть салфеточки всякие. Это очень хорошо. Не во всех ресторанах есть салфеточки. Такие одноразовые. Да, есть зубочистки. Не во всех тоже есть зубочистки. Все время надо идти спрашивать. Но это уже положительный показатель. Что лично мне понравилось? Так это вот такой вот столик прикольный. Вообще, надо же так велик придумали. Классно. Надо взять на вооружение. Прикольно. А в мужском такой синий велосипед. Тут еще продается мороженое. Вот. Стоит колония. Это колония, чтобы руки можно было протереть. Да, тут конфеты, можно угоститься конфеткой. Детские креслица там есть. Ну, в общем, ресторанчик мне так сейчас нравится.
сейчас попробуем, какие здесь блюда. Да? Смотри, я уже показал, здесь есть салфетки, всякие зубочистки, все здесь есть. И здесь это масло оливковое, скорее всего. И это какой-то соус, я так понимаю. Можем попробовать и сказать, что это. Мы заказали только суп, но нам уже начали приносить, посмотрите. Уже принесли хлеб, перец, огурчики, оливки, зелень. Это у нас руккола. Такие огромные руккола. Очень вкусная она. Прям такая, как будто бы чесночная она. Лимончик принесли. Этот ресторанчик нам уже нравится. Не исключено, что он будет нашим, одним из наших любимых. Ну а то мы все время ходим туда, в Наула, ресторан «Бананы». Потому что он близко, а теперь у нас близко. Теперь он и этот близко. Нам все близко. Но здесь вообще хорошо. Здесь хорошая обстановка. Здесь так уютненько. Я смотрю, горшочки, цветочки, лампочки. Все такое интересное. А вот уже нам принесли супчик. Вот такой рыбный суп. Сейчас будем пробовать и обязательно вам расскажем свои ощущения. Ну, расскажи, Лен, свои ощущения по поводу... Ну, я, конечно, не вовремя спросил, у тебя полный рот. Да, не вовремя. Но все равно ты можешь сказать, вот мы взяли такой за 45 лир этот суп, но это просто рыбный суп. Рыбный супчик, да. И сегодня чечевичный суп на суп дня, который по 30. Ну такой он легкий рыбный супчик. Но суп с морепродуктами, который на Ула Гурме, он совсем другой. Да, он такой. Но он стоит намного дороже. Но не намного, но 75 он стоит. И он совсем другой. Там есть все, там и мидии, и рыба, и кальмары, что там еще, креветки были. Угу. Все, что можно, все, все да. Подряд. А здесь просто рыба. Угу. Ну, как тебе, Лен, понравилось здесь? Нормальный, легкий рыбный суп. Даже ребенку. Он не острый такой, очень легкий. В общем, даже пол... детям можно спокойно такой супчик. Полное заключение об этом ресторанчике мы сейчас сделать не можем, так как мы попробовали только суп здесь. А когда мы зайдем сюда и попробуем какую-нибудь рыбку, вот тогда мы уже скажем, стоит сюда ходить или не стоит сюда ходить. Но для перекуса сегодня нормально, все хорошо. В общем, для перекуса нормально получилось в этом ресторанчике. Нам посчитали только за суп, чай. В хороших... В нормальных, уважающих себя ресторанчиках никогда не считают чай. В общем, нам это нравится. Это обычно в подарок. Это обычно в подарок, да. Ну, в общем, счет наш был 90 евро. 90 евро. Если бы у нас был счет, я бы упал, наверное, в обморок. У нас был 90 лир. Ну вот все время у меня евро и евро в голове. Слава богу, что не 90 евро. 90 лир перекусить нормально. Вы сами видели, что там было еще кое-что, кроме супчика. Этот рыбный ресторанчик находится в Каргиджаке, наверное, метров 500 от последнего перекрестка, от кольца, в сторону вот дальше в Каргиджак. И вот здесь находятся вот такие вот дома конок с такими цветными балкончиками, зелеными, желтыми. В общем, прямо напротив. Не ошибетесь, кто захочет зайти, в принципе, нормально. А там дальше Виамар. Да, там дальше дом Виамар, это где наши друзья живут. В общем, найти очень легко. И застраивается так район очень интенсивно. Я смотрю, что везде стройка, стройка, стройка. Ну, в общем, я думаю, что этот Каргиджак, вот, который здесь сейчас, эта часть Каргиджака, очень быстро будет такая же, как Махмутлар. Ну что, первая травма. С хачином. Ребята, короче, в шлепках ездить. В шлепках ездить ни в коем случае нельзя. Это я вам говорю, это я вам заявляю прям вот
точно. И самое главное, нельзя тормозить пальцами. Лаптей. Смотрите, вот уже у нас маленькая проблемка. Вот так вот. Получилось вот так. Короче, я уже остановился полностью. И вот так завернулась у меня... Вот так завернулась у меня... Ушлепка. Ушлепка. Так завернулась моя ушлепка. Ну, в общем, я молодец. Так что ездите только в хорошей обуви с такими, с плотными носами. Вот наука будет. Езди в нормальной обуви, обуви с хорошими носами. Ничего серьезного, конечно, но... Но неприятно. Неприятно, да, приятного мало. Пошли за пластырем в магазин. Хорошо здесь магазин сзади есть. В общем, мы не унываем. Все в полевых условиях. Сейчас. Какие полевые условия, магазин рядом? Тоже мне полевые условия. Ну, нормально. На мешке с картошкой лечимся. Ничего страшного. Завернулась чуть-чуть кожа. Все, починил. Неприятности это мы переживем. Конечно. Поехали дальше. Зашли в Мигрос и складываем. Здесь закрываем. Здесь остается пустое для рюкзака место. Складывай рюкзачок. Вот так. Тут не закрыто. Вот такой вместительный у нас мопедос. Вот, все. Все правильно? Да. Поехали. Учимся. Байкеры. Да ладно, байкеры. Вот и я так смеюсь. Неудобно, честно сказать, член, потому что у меня все время уши в трубочку сворачиваются. И хочется их там поправить. Я боюсь. Сижу и боюсь. Но при этом испытываешь такие приятные ощущения. Ветерок обдувает. И если расслабиться, то даже очень кайфно получается. Немножко напряжена. Чтобы расслабиться, не нужно напрягаться. Я тебе говорил. Ну, в общем, ты довольна? Да, мне понравилось.
очень быстро. Ой. Ко всему надо привыкать. Ну, сегодня мы покатались, проехали примерно километров 15, наверное. Пару раз по Махмутлару проехали, по Д-400 проехали чуть-чуть. Два раза по Барбаросса прокатились. Я что-то заметила такое. Объявление прямо на балконе. Сдается. Ну да. В общем, нормально. В общем, классно. Нам понравилось. Так что, ну что, сегодня сейчас пойдем уже кушать. Вам говорим до свидания. И пока-пока.